Девчонки, а что по мотиву? Есть идеи? Не, девчат, вроде есть вариант. Сейчас. Не, еще. Сейчас. Вот так? Алло. Алло. А ты скоро? Бро, я сегодня прогуливаю, давай это, своим ходом, хорошо? Нафига? Сегодня ж тест. У меня со свиданком. С Элиной? С Элиной, с Элиной, какая разница? Тебя Димас убьет. Да блин, она стоит такого риска. Ну, удачи, братан. Благодарю. Прикинь, так и не нашла свой телефон. Просто куда-то испарился. Ты так спокойно об этом говоришь? Я без своего дня бы не прожила. Чё там Глеб твой не написал? Нет. Боже, Ру, это такой позор. Зачем я вообще пила? Я на него накинулась, понимаешь? Задуши мне подушку, хочу сдохнуть, господи. Давай я ему напишу и сейчас узнаем, чё он там. Нет. Может, стоит подождать, вдруг он еще напишет. Окей, жди, а я пока спешу, ладно? Keep it up one more minute. Keep it up, you're so great. Standing, talking. You got me checkmate. Someone's watching nothing. Какие люди! Куда то вы прям пропали, подруга. Ой, кто бы говорил, Виталик? Скоро станете суперзвездой, забудете, с кем поднимались. Чё, как дела-то? Да, по учебе полный завал. Лучше скажи, как там твой секрет краш? Ой, все отлично. У тебя там как на личном? Ну, можно сказать, что кое-кто появился. О, она времени зря не теряла. Ну, а где подробности-то? Ну, мы просто поцеловались один раз. Ну, точнее, я набухалась, его поцеловала. О май гад! Она была отвязной сучкой. Ну не переживай, Виталий, как только все станет ясно, я вас обязательно познакомлю. Ну слава богу. Ну, кстати, я хотела тебе кое-что сказать. Что? Что Макс тут тот еще лошара, я вообще не знаю, что ты в нем нашла. Честно, сама не знаю. Надеюсь, этот не такой. Тебе понравился. А вот тут я бы уже побоялся на вашем месте такое говорить. А то у тебя появится еще одна конкурентка. Виталик! Ой. Блин, Виталик, меня девочки ждут. Окей. А меня мальчики. Пока, легенда. Увидимся. Отлично. Подожди, я хочу это сфоткать в сторис. Блин, ну так-то хавать охота. Давай. Ты это, сама-то кушать будешь? Сейчас. Хочу убедиться, что мой бывший смотрел сторис. Что смешного? Да не, ничего. Ты этой травой наешься, может? Что-нибудь нормально с заказом?
Вообще-то, я вегетарианка. Ну так бы сразу сказала, могли бы листики с деревьев посрывать и покушать, да? Понятно. Да я шучу же, что ты. Ну да. Блин. Конечно. Что, Никита? Ага. Я так и думал, что эта идея заседания будет провальна. Ты знала, тебе норм? Блин, ну зато он теперь точно от нее отстанет. А что, так в друга не веришь? Да нет, просто они как-то вообще друг другу не подходят. Ну вот вы... Чего? Ну сама подумай. Единственная девочка, с которой он так давно уже общается. Обычно они ему надоедают, либо он им. Обычно он им. Итак, класс. Я надеюсь, вы помните, что у нас сегодня экзамен. Достаем листочки, ручки. Все остальное убираем. Девочки, нам сегодня презентовать песню, у нас нифига не готово. Да все мы успеем. Don't panic, dude. Окей, давайте тогда порепетируем. Тогда ты, Лиз, оставайся в середине, Ру пусть уходит наверх, а я тогда буду наверху. Ру, тебе вообще интересно? Да. Так что мы делаем? Девочки, с таким отношением, может, нафиг все не нужно? Во, подруга, ты чего? Ну, типа, у меня в следующем году важные экзамены, потому что я хочу поступить в нормальный университет. Вместо того, чтобы учиться, я трачу время на группу, в то время как ты летаешь в облаках, а Ру вообще, походу, пофиг. Клин, у тебя что, месячные, что ли? Нет, просто начинает казаться, что это пустая трата времени. Так, смотри, вот, я убрала телефон. Давайте лучше порепетируем. Да все будет нормально, Каролин. Ты можешь не паниковать зря? Сразу после пробуждения я беру в руки телефон, чтобы прочитать аффирмации Whispens. Это настраивает на хороший день и заряжает верой в себя. На Whispens я занимаюсь по тренировкам американских тренеров, некоторые из которых работают со звездами Голливуда. Силовые тренировки, табата, йога, прокачка с фитнес-резинками, пилатес, стретчинг-йога, танцевальный фитнес, аэробика и другие фитнес-курсы и зарядки. Такое разнообразие не дает заскучать и бросить тренировки. Я готовлю по рецептам здорового питания у Whispens. В рецептах уже рассчитано КБЖУ, поэтому я не трачу на это время. Девчонки, а вы уже видели новые курсы на Whispens? Блин, я их еще не успела попробовать, просто у них столько тренировок. Если ты еще не скачал приложение, то переходи по ссылке в описании и найди тренировку, которая подойдет именно тебе. И давай тренироваться вместе! Садись.
Так что не садись слишком рано. Кто у нас еще не выступал? Руи, Каролина? А, с нами еще Лиз будет. Хоть всей школой выступаете, только начните уже петь. Я говорила. Ох, невероятно. Так, значит, выступать будем мы? А что, я непонятно выразилась? Подождите, а вы уверены, что школа одобрит такое решение? Ты что, Милена, сомневаешься в моей компетентности? Что? Конечно же нет, но просто брать такую скандальную личность, чтобы она представляла нашу школу? Господи, Милена, живи сегодняшним днем. А я и живу. Вы что, не в курсе последних новостей? Вот статья. Вышла буквально несколько минут назад. Я, конечно, понимаю, бывшая наркоманка – это одно дело. Но спать с замужним мужчиной. Это, конечно, все кардинально меняет. Я должна посоветоваться с директором. Сидите тихо, я сейчас приду. Я так понимаю, без тебя тут не обошлось. Я бы на вашем месте не спешила так впрягаться за подругу. Вот еще скриншоты. Ставить на пароль год рождения? Я разочарована. Одноразовая акция? А мы думали, как назвать группу. Девочки, это же фейк, да? Ру, я реально думала, что мы подружились. А по факту ты нас просто всех заюзала. Если тебе нужна была помощь с песней, могла просто попросить, а не ломать эту комедию. Все в жопу их пошли. Ру, это все для твоего же блага. Зачем тебе этот груз? Хотя, ты и так уже на их уровне. Лена, иди в жопу. Что мы теперь делать-то будем? Тебе все еще нужны деньги? Ну, по
факту, да. Ну, будем выступать без нее. Нас так хотя бы до конкурса допустят. Да не в папах даже дело. Просто по факту обидно, что она нас так киданула. Мы столько работали вместе, песни писали. Я реально кайфанула от процесса. Я тоже, Лиз. Но, видимо, в планы Румы никогда не входили. Ебать. Это Рута еще шлюха. Ты че, охуел? Да, сам посмотри. Теперь понятно, как девочки в этом бизнесе прибиваются. Ты че, блядь? Тихо. Че, блядь, сильно смелый стал? Ты хуйню несешь. А ты... Успокойся. Неужели после всего этого он еще хочет с ней общаться? Что с ним не так? Я думала, после той тусы ты мне больше не напишешь. Сори, я был просто немного бизи. Все окей? Ты выглядишь какой-то немного грустный. У меня сейчас все в жизни идет через одно место. Не знаю, меня это уже достало. Мне все вокруг говорят, что делать, а я... Я запуталась. Ну и что ты расстроилась-то? Так опять просто обидно. Мы вроде как с девочками так сдружились. И я реально кайфовала от того, что мы делаем. Сейчас даже не знаю, что будет. Я тебя понимаю. Может быть, у нас сейчас такой момент в жизни, когда мы сами не знаем, чего хотим. Блин, откуда ты знаешь? Признаюсь, я немного стакнул твою страницу. Зачем тебе эти девчонки? У тебя есть я, Димасик. И с девочками тоже прикольно. Есть вещи, которые с вами не обсудишь. Это какие такие с нами вещи не обсудишь? С нами можно все. Никит. Отвечаю. Ну окей. Например, вчера у меня месячные начались, там такие видели. О, все, давай только не об этом. Это too much уже, да? Слишком. Короче, I'm upset. Ты чё? Просто приятно, что хоть кто-то обо мне задумывается. Don't be upset. У тебя, конечно, пиздец красивая улыбка. А ты чё, влюбился, что ли? Чё, влюбился сразу? Надеюсь, ты не дошел до фотографии 2015 года? Нет. А что, там совсем все плохо, да? Ну, я тогда была косплейщицей. Пока. Да, я знаю.
Спасибо тебе. Вы понимаете, сейчас тяжело. Я сам уже заебался от этой индустрии, если честно. Я хочу, чтобы ты знала. Я тебя не осуждаю. Блин, да я и сам столько вещей натворил. Сама знаешь, пацанам многое сходит с рук. Наверное, поэтому ты мне нравишься. Ты не играешь по их правилам. Ты не такой уж и мудак, каким пытаешься казаться. Будешь? Да не, я же не пью. Реально? А почему? Да, долгая история. Да ладно, можешь мне рассказать. Я бы даже сказал, бухает. И 3 года назад он поехал забирать мою сестру. Как обычно, сел пьяный за руль. И сама знаешь, как такие истории заканчиваются. Теперь у меня нет сестры. Conversation.